Не, блядь, едет он, конечно, просто нахуй шикарно. Тупо, блядь, просто на оке, блядь, на рыбалку выехал, блядь. Вы знаете, в чем вообще смысл оки? В том, что у нее нет двигателя, она на ножном приводе работает. Вы просто нахуй продавливаете, упираетесь руками в крышу оки и давите ногами изо всех сил. Выдавливаете ей днище нахуй и просто ногами перебираете, как на ходунках, блядь. Вот детям такая хуйня есть, ходунки, блядь. Такая поебень на колесиках, блядь. Там ребенок ножками дрыгает, блядь, и на ходунках вперед хуячит. Ну или налево, или направо, куда хочет, короче. Вот, и АК это как, блядь, ходунки. Вот 257 это тоже такое ощущение, что, блядь, экипаж просто ножками нахуй перебирает. И эту тележку говеную, блядь, толкает вперед. А у нас все, мы проебали, блядь. А у нас зато Е75 сверху ползает. Человек-паук, нахуй. 75-ка просто, блядь, ползает.